наверное, все соскучились, всем надо показать себя. У нас есть новые игроки, которые должны себя проявить на площадке, чтобы в дальнейшем тренер их смог выпустить. Как раз на этих матчах это и смотрится. Все старались, я считаю, Майкоп приехали тоже посмотреть и на себя, в каких они кондициях. Мы тоже смотрим на себя, кто на что способен, кто еще к чему готов. Вот, стараемся наигрывать какие-то взаимодействия между собой, кому с кем удобнее играть и как вообще удобнее получается. Ну, сегодняшняя игра. От игры к игре будем прибавлять, стараться, готовиться к сезону. Все соскучились по гандболу, поэтому все хотят кого-нибудь ударить, убить, прибить. Наверное, это в стиле гандбола, поэтому так жестко и было. Да, Влади я тоже пробивала 7 метров очень часто и в юниорской сборной, когда играла тоже. Ну, мне нравится, у меня получается. Раньше я играла на левом полусреднем, а когда вот пришла как раз-таки Влада, меня Левон Аганесович поставил в центр, и я очень привыкла, мне очень удобно, я очень хорошо вижу ворота с центральной позиции, и на правом полусреднем тоже иногда играю, мне очень удобно там обыгрывать. Бросать удобнее в центр, а вот обыгрывать справа полусреднего, и как бы куда тренер поставит, там я и буду играть. Всегда настроена играть жестко, не всегда у всех получается, но всегда установка стоит, чтобы мы играли жестко. Но в пределах правил, конечно. Минус – это, конечно, счет. Все-таки мы не должны были столько пропускать, даже с учетом того, что у нас много молодых игроков. Ну, надо было дать всем поиграть, посмотреть, опять же, кто на что способен. Поэтому я не расстраиваюсь, что я столько сыграла по времени. Мы очень соскучились, и все безумно рады, что мы начали играть. Ждем уже наших болельщиков на наших играх.